Всем доброе утро. Немного о погоде в Испании. Пасмурно и моросит дождь. Я несу с собой зонтик. Он рабочий, в принципе. Он всегда находится у меня на работе, поэтому в машине валялся. Говорю, надо его отнести. Ну, чтобы, знаете, сейчас пройду. Я им не часто пользуюсь, но бывает такое, что придешь на работу, дождя нет, да? Уложишь кого-нибудь красиво, и дождь пойдет. В общем, для клиенток. Они его домой носят, а потом ко мне опять приносят. Но вообще передают в эти 3 дня дождь. Я его обожаю. Только знаете, чтобы было тепло, а не холодно. И ветра нет. Не было. А так мне нравится. Море спокойное. Там у нас морюшка. Что-то все ремонтом занимаются. Видите? Вот это вот гуаява. Фрукт. Такой он вонючий-вонючий. Но вкусный. А воняет прям так, фу. Так что-то я давно на море не была, мне кажется. Надо вот я тут стою, Чарли сидит, меня ждет. Как преданный пес. Сейчас я пойду, он тоже пойдет. Видите, все, встал. Так всегда. Я сяду, и он сядет. Я встану, и он встанет. Моя рыба такая сладкая. Нас вот тут украсили. Вот эти вот цветки повесили. Посадили. Рождественские. Они, конечно, не долгожители. Все равно симпатично. У нас все-таки туристы сюда заходят, да? Пойдем работать. Я сегодня есть клиенты. Так что будем бабки зарабатывать. Как вы могли бы догадаться, я в Меркадона. Взяла мандаринчики. Не знаю, яблоки какие-нибудь взять. В прошлый раз вот эти вот вкусные фуджи были. Мне вот всегда там высоко нравится. Да не долезешь. Возьму немножко. Ой. 3 яблочка хватит мне. Так, что бы еще-то? Вот ананасик можно посмотреть, конечно. Ананасики у нас по 89 центов килограмм. Что-то какие-то вот эти вот длинные. Длинные. Возьму. Что еще мне надо? А, и чучи Чарли надо купить. Для Чарли тоже вкусняшек. Так, малинка у нас вот есть по 2,19. Черника 2,59. Что-то мне этого не хочется. Не хочется спаржа. Подешевле, €95. Может взять? Возьму. Все равно приготовлю. Быстро. А, бананы взять надо. Бананы. А может капустный? Капусточку взять, может быть. И сделать себе салатик из капусты. Я салатик капустный люблю. Так. Бананы. Бананчики надо все взять. Банана, мама. Ну, в принципе, я пойду мужу мясо. А то он говорит, так я хочу курицу. Задолбала ты своей курицей. Так что пойду мясо возьму ему. А себе курица. А мне как-то свинина не нравится. Ну, не то, что не нравится, но как-то я к ней...
параллельно. Возьми, взять что ли сейчас себе салатик. Это мой любимый салат. Конгрех. Да, сейчас съем. У меня там есть вчерашняя картошка. Нет, даже позавчерашняя. Так, рыбка у нас тут. Пойдемте посмотрим, почем. Дорада какая. Сколько ее? По 6,95. Такая. Что еще тут у нас есть? Я не знаю, что это за рыба. Вот это карвина какая-то. На карасей похоже. Так, что тут еще? В общем, о, достали все эти вот эти морепродукты к Новому году. Что-то как-то не это, яркости что ли нету. Во, теперь вроде бы миди, €95. Вот смотрите, видите? €95. Я хотела в Алькампу, но, наверное, уже не поеду, потому что уже все здесь взяла. Зачем куда-то ехать? Ладно, пойду я за мясом и все. А еще хотела в китайский за тазиком. За тазиком, тазик. Так, где у нас мясо? Мясо не курица, а мясо. Говядина, свинина, поросеночка. Поросеночка хочет. Какой жирный. Возьму вот такой сало, пусть лопает салом, да? Так, ну и все, ну и все. Так, завтра я хочу кое-что приготовить тоже. Но такие вот у нас цены, например, 5,25 килограмм филе куриное, ляжки вот 2,19. Такой гусман 16,90 килограмм. Говядины, желтые куры, тоже куры пошли. Ладно, пойду я за вкусняшками для Чарли и все, и за тазиком, наверное. Вот яйца вот этих вот гадов стоят €19. Ой, кстати, у меня яиц почти нету. Яички-то надо взять. Яички надо взять. Они у нас, вот я беру класс АЛ, €45. Вот. Так. Может, печенюшки какие-нибудь взять к чаю? Какие-нибудь а-ля невредные. Есть такие? Нет, конечно. Но... Можно, я помню, какие-то брала. Вкусные были. Может, вот эти. Но те были круглые. Мария, нет. Марбуда Рада сразу. Нет. Даже не помню, какие. Не помню. Но были очень вкусные. Где я их брала? Хрен. А, или вот ты. А, вот эти, наверное, я брала. Такие. Ники Стив. Такие, наверное, брала. Ну, не помню. Ну, значит, такие. Так. А еще в Лидл хотела заехать за хлебом. А пока за вкусняшками для Чарли. Будьте здоровы. Растите большой. А вот тут вот всякие печеньки. Я такой пробовала тортик. А вот эти макароны очень вкусные. €75, 6 штучек. Тоже обалденные. Ух ты, смотрите, какие маленькие пироженки, 4. А это всякие вкусняшки новогодние. Рождественские, они новогодние. Но они мне как-то не очень. Туро, вот эти вот мацапаны я возила в Россию.
€85. Много туронов возила, конечно. Так, едем дальше. Так. В общем, такая вот у нас Меркадона. Я уже дома. Мужу жарю картошку с грибами. Себе я разогрела картошку, которую в духовке делала с этим кабачком. Вот, обжарила немного лук. Добавила грибы. Сейчас он и сок пустят, обжарится немного. И так потом уже добавлю картошку. И шампиньоны. А у меня вот такая тоже с грибами. То же самое, картошка с грибами. Только в духовке. А еще у меня, ему будет гамбургер. Я вчера достала гамбургер. Сейчас сделаю быстренько. Там котлета с шпинатом. И, ну и булка. Он не любит всякие салаты в них. Он просто кетчуп поливает, сыр. В общем, котлета вот эта вот. И булка. Все. Ну, это будет картошка. Вот такой вот у нас будет обед. Всем приятного аппетита, потому что картошка моя уже разогрелась. Иду и понимаю, что Чарли пора хвост стричь. Чарли, испера! Ухи! Испера! Испера! Да, такой послушный мальчик. Там, короче, где-то хлопают, стреляют, и вот он бежит, куда с вами глаза глядят. Чарли! Чарли! Ухи! В общем, да, надо ему хвост уже волочиться по земле и надо ему стричь. Смотрите, какая у нас погода. У меня вообще не было желания никакого никуда идти. Прям, знаете, тяпнула кофейку. Не думаю, может быть, взбодрюсь немножко для спортзала. Ну, в спортзале ты по-любому взбодрюсь там. Хочешь, не хочешь. Но состояние такое полежать, скажем так. Чем я, в принципе, и занималась. Ой. Но надо спортом заниматься. А иначе, чем больше лежишь, тем больше хочется. Это я знаю по себе. А у меня, чем больше я лежу, еще к тому же, и голова больше болеть начинает. Я не знаю, я не могу целый день, да я даже 2 часа подряд вот так просто лежать я не могу. У меня потом такие головные боли начинаются, что просто пипец. Чарли, спира ты. Видите, какой хвост длинный. Он уже по земле волочится. Вы знаете, вот я вот тут хожу, да, тут не так много машин, и Чарли у меня без привязи. Вот, просто сейчас еще один раз. Что-то он боится, что ли, я не пойму. Кеки, ну и надо, Чарли, я с тобой. Вот, и машины ездят. Чего он боится, не пойму. И вот сейчас он там отстал, но он что-то боится, походу. Ой, блин. Ой, твою мать. Вот, и не захотел идти. И вот ехала машина, хотя Чарли не на середине стоял, он стоял на обочине. И машина увидела, что я зову собаку. И вот так, знаете, они чуть ли, я не знаю, ехали медленно. Ну, потому что знают, что собака может испугаться, побежать, и они вдруг, ну, чтобы не задавить или еще что-то, вот так медленно. И мне вот так вот рукой махнули, типа, ничего страшного. Вот, и это часто так вот происходит, просто не первый раз, когда я просто, когда вижу машину, и Чарли от меня далеко, думаю, блин, сейчас он как ломанется под машину, но машина вот всегда притормаживают, и вот так вот едут медленно, чтобы, не дай бог, кого-то не задавить. Прям даже, знаете, как-то вроде бы, ну, странно, что ли, или, но с другой стороны, вообще здорово, что они так делают, и все... Как говорится, шоферам нужно так поступать. Потому что собаке вдруг, вот он стоит что-то там, что-то его напугало, и вдруг он испугается чего-то, кинется под машину, и все, и пипец. И как я без моего мальчика? Ну, что он испугался вообще? Возить-то его, неохота, спина-то не эта. Тебе, пожалуйста. А еще у нас сегодня очень жарко. 22 градуса, ну такая духотища. И ветра нет. Ни капельки вообще. Наверное, 0% ветра. Такое вообще зимой редко бывает. Но духотища еще та. Я вот иду вот в этой кофте. Там у меня обычная майка спортивная. Я сейчас шла расстегнутая. Но вы знаете, заболеть как два пальца.
ну, в общем, быстро можно заболеть. Да, поэтому я иду лучше, как говорится, попотею, потому что я еще быстрым шагом иду. В общем, замечательная погода, если бы не вот эти вот облака, белокрылые лошадки. Хотя, так нормально. Я уже дома, вы не поверите, у нас на улице 19 градусов, время 10 часов. Какая-то жара, жара. Я, в общем, тут... О, салатик режу. Весенний. У нас на улице весна. Салатик весенний. Танька позвонила, подружка. Завтра они... Мы же в лотерею купили, а розыгрыш так раз, оказывается, у нас в воскресенье. Вот. И они завтра за лотереей приедут. Я им чуть-чуть метка дала. Вот, тамбовского. Чтобы она попробовала. Вот. И все. Сейчас салатик я его дорежу. Мне осталось туда положить. И будет мне счастье на завтра. Потому что у нас есть картошка. И как раз нам хватит на двоих. Мужу сделаю с яйцом. А себе вот с салатом весенним. Скажем так. Было классно. Я вообще сегодня хотела еще на сумму пойти. На третий урок. Но потом подумала, что закончу слишком поздно. А мне было надо было посуду мыть. Прихожу такая, а ее муж вымыл. Я так радостная была, думаю, блин, что ты мне не сказал. Я бы тогда на сумбу осталась, еще бы часик там попрыгала. Разрезала ананас, несмотря на то, что он малюсенький, но он такой вкусный, вообще прямо классный. А еще у нас на улице дождик. Так вот, дождик моросит. Но жара, я шла расстегнутая вся, и нет ветра. Хотя передают по всей Испании, что это, как это... Штормовое предупреждение, что сильные очень ветра, дожди, а у нас нету ни дождей, ни ветров. А еще у нас сейчас в новостях показали в Москве, между Большим театром, наверное, да, и Красной площадью, что там какие-то террористы были, представляете? О, блин, что в мире творится? Ужас. Новости лучше не включать, потому что это капец какой-то будет. Вот. Ладно, буду я дорезать салат. В нем ничего особенного нет. Наверное, все знают, как сделается салат. Такой капустный. Я капусту очень люблю. Он уже на стрёме стоит. Он, кстати, свой корм поел. Иди капусточку покушай. На, на, моя деточка сладкая. На, скорей. На, скорей. На, покусай, покусай. Покусай капусточку. Да. Да, скажи, мясо. Какое мясо? Капусточку давайте мне. Ой, какая вкусная капусточка. Хрум, 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 хрум. Еще хочешь? На. На. Какая капусточка сладенькая. Моркошечку будешь? Моркошечку? Будешь моркошечку? На моркошечку. И моркошечку будет, да. И моркошечку, да. И моркошечку. Такой вот тут у меня пес. Ладно, друзья, встретимся с вами завтра. Обещают завтра дождливый день. Ну ничего, я люблю дождь. Всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Пока-пока.